Если в 35 лет сделать, эффект будет держаться дольше? Нет, нет, эффект вот примерно вот то, о чем я говорю, 8, 10, 12 лет. То есть при определенной массе тканей, помните физику, бросили там стальной шар и бросили перо, да, разная скорость падения, хотя ускорение одинаковое, если физику помним. Определенная масса тканей, которая падает, понятно, что она прикреплена к костям, но она падает. И в зависимости от массы, в зависимости от прочности этих структур, это исключительно генетическая предрасположенность, плюс влияние внешних факторов – курение, алкоголь, резкие перепады массы тела, гормональные различные хронические сопутствующие заболевания и так далее. В различной степени приводит этой массе к смещению на там, 1 сантиметр или там, 2 миллиметра в год. Да? Это я утрирую эти цифры, но примерно с этой скоростью опускается, независимо от того, в каком возрасте выполнена операция. Однако, если, повторю, это кость, здесь ткани, о которых мы говорили, я уже все красным рисую. Понятно, что мышцы и ткани прикреплены к костям, да, определенными структурами. При определенной динамике снижения, то есть, допустим, в 70 лет, вот эти ткани тянут за собой еще костные структуры. Происходит определенного рода деформация костей. Сама по себе деформация под действием гравитации возрастных изменений, она происходит, но и под действием как раз гравитационной изменений тяжести тканей, которые тянут и деформируют кость разной степени. К чему это приводит? К тому, что операция впервые выполнена в 70 лет, скажем, с масс-подтяжка, она менее естественно выглядит, ее результат, чем сделать при изменениях, которые были в 40-45, а потом повторить ее в 60 или в 70.